Сегодня в программе. Вы увидели какую-то переписку, да? Конечно, какая в соцсетях. Переписка? А у тебя на странице. Любимый, очень хочу встретиться с тобой завтра. Соскучилась, хочу тебя. Тут много еще чего написано. Я не хочу ворошить это грязное белье, мне противно. Сестры Оксана и Ирина приехали на заработки в Москву. Оксана работала в магазине продавцом, когда на нее обратил внимание сотрудник банка Дмитрий Сергеев. Дмитрий влюбился, сделал Оксане предложение, и девушка согласилась. А сегодня Дмитрий обвиняет жену в том, что она вышла за него исключительно по расчету и при этом продолжала отношения со своим бывшим парнем. Вижу, какой кулак у меня! Я ведь сила в нем есть! Любой по башке там, что тебя обидит! Владик, и ты хочешь идти на поводу вот у этого кулака? Татьяна и Эдуард Веркеевы поженились 3 года назад. Таня старше Эдика. Она все взяла в свои руки. Сделала прекрасный ремонт в двушке мужа. Родила дочку, зарабатывает на семью. Она взрывная, он тихий. Супруги прекрасно дополняют друг другу. Только вот сегодня Эдик подает на развод, жалуясь на то, что Татьяна грубая и поколачивает его. Здравствуйте. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Сергеева Дмитрия Леонидовича к Сергеевой Оксане Олеговне о расторжении брака. Ответчик Оксана Олеговна на развод не согласна. В браке вы прожили 1,5 года, общих детей у вас нет, и совместно нажитого имущества вы не имеете. Дмитрий Леонидович, почему вы требуете развод? Да все очень просто, Ваша честь. Я узнал, что моя жена изменяет мне. 1,5 года назад я взял в жены молоденькую провинциалку. Она работала в магазине продавщицей. Снимала комнату у бабки вместе со своей сестрой. Мне она понравилась. Я полюбил ее. Одел, обул. Я думал, и она меня любит. Но, как оказалось... Люблю, правда. Она встречалась на стороне со своим бывшим парнем из ее поселка. Терпеть измену не намерен. Подождите, Дмитрий Леонидович, скажите, пожалуйста, а вот какой-то был случай, когда вам стало известно об измене? Да, я увидел все это в соцсетях. У меня есть доказательства. Все это наглядно, и можно прочитать. Да, вот, любимый. Вы увидели какую-то переписку, да? Конечно, какая в соцсетях. Переписка? У тебя на странице. Любимый, очень хочу встретиться с тобой завтра. Соскучилась, хочу тебя. Тут много еще чего написано. Я не хочу ворошить это грязное белье, мне противно. Короче, списался я с этим парнем. Игорь, так его зовут. Он скрывать ничего не стал. Он сразу сказал, что встречался с тобой 1,5 года. Что вы переписывались, встречались, спали. Так, Оксана Олеговна, скажите, пожалуйста, вы возражаете против? Ваша честь, расскажи. Я люблю мужа. Угу. И этот молодой человек, о котором ты говоришь, я его знаю. Мы с ним в одном поселке жили, с детства знакомы. И в юношестве у нас была любовь, это правда. Я думала, что это настоящее чувство. Но потом я уехала в Москву, встретила тебя. И никогда в жизни тебе не изменяла. А правда, чем ты Дима. Говоришь? Угу. Я не понимаю, о какой переписке идет речь. Мы в соцсетях с Игорем никогда не переписывались. Он, значит, тоже переехал в Москву не очень давно и работал грузчиком в магазине. И иногда мне звонил, правда. Мы с ним разговаривали, и вот он начал разговаривать... А когда вы последний раз с ним виделись? 1,5 года где-то прошло уже. Я его вообще не видела. Но он мне звонил до этого еще. Признавался в любви, просил вернуться и предлагал выйти за него замуж. Ну а что, он не знает, что вы замужем? Но он верит, что это настоящая любовь. И я ему тогда отказала. И после этого 1,5 года мы с ним не виделись уже. Ваша честь, я прошу вызвать ее любовника, Кирсанова Игоря Андреевича. Хорошо, давайте тогда сейчас послушаем Кирсанова. Может быть, нам что-то станет ясно. Игорь Кирсанов? Да. Пройдемте. Проходим. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Андреевич. Дмитрий Леонидович желает расстаться с супругой из-за того, что он уверен, что его супруга изменяет ему с вами. Это правда или нет? Да, это правда.
Что? То есть вы подтверждаете это, да? Да, у нас с ней отношения в настоящий момент. Что ты говоришь? Я тебя полгода не видела, такие отношения. Мы вместе выросли в одном поселке. С малолетства начали встречаться. Мечтали о свадьбе. Копили на нее. Она в Москву подалась. Я остался в поселке работать. Неожиданно Оксана сказала, что выходит замуж и любит другого. И чтобы я забыл о ней. Я сначала не понял и не поверил, почему так произошло. Однажды увидел ее, ну, на той же неделе на дискотеке. Всю в слезах. Я подошел к ней, пытался выяснить отношения, но ничего не получилось с ней. По итогу подруга ее рассказала о том, что мужа она не любит на самом деле, а на него вышла из-за денег, а любит меня. Я решил бороться за свою любовь и поехал. Почему за ней вы не поверили? Она полтора года замужем. Она же мне сама признавалась в том, что мужа не любит, а любит меня на самом деле. Я потом встретил ее в Москве. Тоже переехал в Москву, устроился на работу, снял жилье. Хорошо, голубки. Молодцы. Повстречал через некоторое время Оксану. После встречи с ней я не смог ее отговорить от брака. Она призналась, что действительно тоже любит меня. И мы продолжили нашу встречу с ней. Какие встречи? Я как представлю тебя с ним в грязном углу, какое жилье грузчик мог снимать? Почему в грязном? Мы у вас бывали, пока вы в командировке были. Что? Что ты говоришь? Ну, откуда я знаю, когда, в какой комнате какие обои? В большой красные обои, в спальне кровать с балдахином. Что, фото могу показать? Хочешь? Какое фото? Какое фото? На, смотри. И ты дальше будешь говорить, что в дом его не водила? Дима, нет, я не знаю, откуда у него эти фотографии. Я никогда его домой не приводила. Ты что, я в отношениях с ним не была? Нет, это невыносимо просто. Я не верю тебе. Я не верю тебе, Оксана. Ваша честь, я прошу вызвать свидетеля. Ирину Олеговну. Это ее сестра, она расскажет. Петрова, да? Да, простите. Была заявлена вам Петрова Ирина Олеговна. Это пожалуйста, она. Пусть да. Проходит. Она всю правду про тебя рассказала. Какую правду? Ирина Петрова? Да. Пройдемте со мной. Да. Ирина Олеговна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы Оксане Олеговне родная сестра. Да. Да, ну вот вы на стороне ее супруга. Значит ли это, что вы не верите в то, что брак Сергеевых можно сохранить? Не верю. Абсолютно. Я поддерживаю намерение Димы развестись. Потому что, Оксан, сколько можно мучиться жить с нелюбимым? Разводись! Куда ты лезешь? Я хочу быть счастливой с Димой. Я полюбила его. Я же тебе говорила об этом. Ой, подождите, да то есть вы тоже уверены, что она не планировала создать семью со своим мужем, да? Что она несчастлива в браке? Ну почему вот она это отрицает? А вы знаете лучше, чем она. Дело в том, что мы с ней приехали, две бедненькие девочки из провинции. Пожили 2 года, поперебивались с хлеба на квас. А потом Дима появился, шикарный жених. Ну, с деньгами, с квартирой. Все у нее было. Все у него было. Ну, она и позарилась на его добро. Замуж за него вышла. Столько всего взамен получила. И заграничные поездки, и машину, и квартиру. Все. Нам такое даже не снилось. Ира, как тебе не стыдно? Ты же знаешь, для чего нужны были эти деньги, а? Ваша честь, я сейчас вам все расскажу. Ира болела, у нее проблемы с сердцем. И нас тогда отправили на обследование в Москву. Мы приехали в Москву, и нам сказали, что такие операции, как у нее проблема, делают только в Германии, и они очень дорого стоят. Мои родители наши с ней, они очень хорошие, правда, но они начали пить. Раньше они работали на мясокомбинате 10 лет, а потом начали пить, и я понимаю, что никто не сможет обеспечить ей эту операцию. А родственников никаких у вас нет? Есть какие-то еще фонды специализированные, где можно попросить помочь собрать средства? Мы никуда не обращались, к сожалению.
я тогда я взяла на себя эту ответственность и решила, что я заработаю на деньги на операцию. Как? Вот. И мы остались в Москве вместе с сестрой, и я устроилась на работу. Я работала как волк, я ходила с одной на другую, бегала постоянно, а сестра не могла работать, потому что у нее были приступы. Вот, и в итоге мы наивные думали, что можно заработать, а в основном все деньги уходили на комнату, на еду и Ире на лекарства. И вот тогда-то встретился Дима. То есть вы подтверждаете, что вы вышли замуж за человека по расчету, надеясь на то, что он поможет вам собрать деньги или даст вам деньги на операцию, чтобы спасти сестру? Да. Он влюбился в меня без памятства, а я только и думала о том, как бы вот его на операцию, как ему рассказать про операцию. Я понимаю, что вы были в отчаянном положении, но он-то не виноват в том, что ваша сестра больная. Как же можно так обманывать человека? Ну, понимаете, он сам говорил: выходи за меня замуж, мы будем хорошо жить и вылечим твою сестру, и все будет у нас хорошо. Угу. И я решила, что вот ради сестры я решусь на этот шаг. Угу. То, что вы его не любите, он этого не знал? Нет, наверное, не знал. Не знал, хорошо. Дмитрий Леонидович, скажите, пожалуйста, а вы предоставили средства на лечение сестры, да? Да, реально. Так все и было. На самом деле, Ира, сестра моей жены, Я ей помог с операцией. Отвезли ее в Германию, сделали дорогостоящую операцию. Все сейчас хорошо? Со здоровьем? Да, она выздоровела. Был долгий реабилитационный период. Я там валил вообще кучу бабок. Но я ни о чем не жалею. Ты выздоровела. Это хорошо. Сейчас устроилась на работу. Все у тебя наладится. Я помогаю тебе немного. Все у тебя будет хорошо. Спасибо, Дима. Тебе, Оксана, тоже спасибо. Ну, все, я здорова. И ну, уже смысла нету ей прогибаться. Живи уже своей жизнью. Вот любовь ее стоит. Так, ну, живи с Игорем. Не совсем понятно, потому что, ну, если вы преследовали цель получить деньги на выздоровление сестры, сестра здорова, отпустите человека, пусть он создаст семью с другим. Ваша честь. Кто его будет любить не за деньги. Я сейчас правда люблю Диму. И, понимаете, я со временем это начала понимать. Я сначала верила, что с Игорем у нас настоящая любовь, чувство, и что это не пройдет просто так. Но потом, когда я пожила с моим мужем, я почувствовала, что меня к нему тянет, правда. И в итоге, помнишь, когда ты уезжал в командировку? Тогда тебя долго не было, и я почувствовала, что очень жду и скучаю по тебе. А перед Новым годом мы тогда с тобой поссорились, очень долго не разговаривали. Я поняла, что без тебя мне неуютно. А на Мальдивы мы еще ездили, и тогда 2 недели там провели. Это был медовый месяц с тобой. Я полюбила его через год после свадьбы, но полюбила. Пашечка. Дмитрий Леонидович, а может быть, правда вот эти чувства вот так могут прийти? Я ей не верю. Она просто привыкла жить обеспеченной жизнью. Она боится оказаться заново в нищете. Дима, а ты ну там поверь будешь. Мне, пожалуйста. Будешь, поверь. Дима, хочешь, послушай своего друга, Лешу. Ваша честь, какого я друга? Прошу вызвать Воробьева Алексея. Зачем? Он расскажет всю правду и о моих настоящих чувствах. Друга какого-то пригласил. Леха, ответчика моего друга Лешу. Алексея Воробьева. Молодец. Даешь. Лешу позвал. Воробьев Алексей, пройдемте. Вы Воробьев Алексей Юрьевич, да? Да, ваша честь. Алексей Юрьевич, к вам как к другу эта семья обращается. Помогите ее сохранить. У вас есть какие-то доводы, чтобы убедить вашего товарища? Есть. Ваша честь, я сейчас расскажу то, что никогда бы не рассказал другу. Дело в том, что когда я узнал, что Дима собирается бросить Оксану, я решил за ней приударить. Нравилась она мне все время, и я вот и дарил ей подарки. Она мне дала отворот-поворот. Сказала, что любит Диму, надеется, что с ним она помирится. И, собственно, я от нее отстал, понял, что у меня нет никаких шансов. Дурак, она же тебя любит. Она любит тебя не ради денег. Она при мне плакала. Дурак, поверь, вот ее любовник стоит, она ему любовные письма пишет. Да ты совсем уже с ума с ума сошел просто. Она послушай, тебя, она пишет, тебя любит. О чем ты говоришь? Кто тебе пишет? Вот этот колхозник, ты посмотри, разве могла она тебе с ним изменить? Да не может такого быть. А что касается денег твоих, Дим, ты не олигарх.
У меня-то денег побольше, чем у тебя. Но даже я получил отворот-поворот, понимаешь? Любит она тебя не из-за денег, она тебя реально любит, поверь. И ты дурак, если ты ее любишь, не разводись. Зачем тебе это нужно? Оксана Олеговна, ну какая вы счастливая женщина. Один богатый, на Мальдивы зовет, добивается вас, другой смс-ки пишет и не может никак отстать, несмотря на то, что вы уже давно замужем, все равно пытается вас добиться. Ваша ну, честь. Может, вам есть из кого выбрать-то? Ну что вы вот действительно отпустите человека? Мне никто не нужен, только Дима. Только рядом с ним я почувствовала, что такое настоящий мужчина, понимаете? А я что, не мужчина, что ли? Я все равно за тебя буду бороться. Да, да отвяжись-то уже от них. Дыры план хороший придумала, все бы получилось. Какой план? Простите, простите, Игорь Андреевич, какой план? Что придумала Ирина? Ну, на самом деле, мне понравился этот план. Она с аккаунта Оксаны от ее имени писала через соцсети. И таким образом хотела подставить сестру перед мужем, ну, чтобы кто-то ее разрубил, Ирина Олеговна, зачем? Вам это зачем? Я любил ее очень сильно. Но сейчас я вижу, это ни к чему, все эти мои телодвижения. Права, что чувства мы поняли. Ира, а вот могла? Зачем это Ирине Олеговне? Ирина Олеговна, ваша сестра для вас. Ира, ты мне зачем это вам? Ты в своем уме? Да, я не в своем уме. Да я люблю тебя. Боже мой. Кого? Моего мужа? Да, твоего мужа. Ты же ко мне... Ты по расчету вышла замуж. Приходила раньше ко мне, рыдала. Все ей не нравится. Все, не фигура. Вышла только из-за денег. Все. Ты же постоянно мне об этом говорила. Молчи. А я... Мне он сразу нравился. И все. Я понимала, что он для меня недоступен, потому что это твой муж. А потом... Как-то ты помнишь, уехала на 3 недели? Тебя в Москве не было. Я зашла в гости по-родственному, и у нас все случилось. Что? Нифига себе, какие это подробности. Это правда, Дима? Ну, мы выпили тогда один раз, и... Ой! Ну ты, Димон, и придурок вообще. Дим, у нас это было не один раз. А когда она в спортзал уходила... А после этой переписки, ну вот, сейчас, мы регулярно начали встречаться. А я почему это затеяла, эту переписку, этот сговор с Игорьком? Потому что я люблю тебя. Что она тебе даст? Я тебя люблю. Ира, ты уж точно не из-за любви со мной была, а из-за денег. Теперь тебе меньше денег стало приходить, так ты решила со мной через постелик заработать. Замуж за меня выйти. Нет, не будет этого. Я ожидал такого. Дим, ты не посмеешь. Ты столько мне всего говорил, обещал. Да что ты говоришь такое? Забудь, забудь меня. Ты же вот верить не хочешь. Мне нужна моя Оксана. Оксана. Я был неправ. Ира, она соблазнила меня. Я мужчина. Я повелся. Я обещаю тебе, больше такого не повторится. Давай забудем все. Если ты действительно меня любишь, давай начнем все заново. Только ты и я, Оксана. Подумаешь, ничего Дмитрий страшного. Леонидович, то есть вы настаивали на разводе, теперь вы убеждены, что ваша супруга вам верна, да. Вы ее любите и не желаете расставаться. Правильно я понимаю? Правильно. Суд удаляется для вынесения определения. Прошу всех встать. Далее в программе. Вижу, как кулак у меня. Я ведь сила в нем есть. Любого по башке там, кто тебя обидит. Владик, и ты хочешь идти на поводу вот у этого кулака? Татьяна и Эдуард Веркеевы поженились 3 года назад. Таня старше Эдика. Она все взяла в свои руки. Сделала прекрасный ремонт в двушке мужа. Родила дочку, зарабатывает на семью. Она взрывная, он тихий. Супруги прекрасно дополняют друг другу. Только вот сегодня Эдик подает на развод, жалуясь на то, что Татьяна грубая и поколачивает его. Как ты могла? Сестра, это... У меня гордость тоже есть. Да благодарна я тебе, но я виновата. Прошу всех садиться. Оглашается определение.
Производство по делу о расторжении брака прекратить. Суд прекращает производство по данному делу, потому что истец отказался от иска, и этот отказ не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. Определение вам понятно? Судебное заседание объявляется закрытым. Прошу всех встать. Оксану надо упростить. Оксана, может, вернешься? Подожди. Конечно, подожди. Подожди. Вернись ко мне. Слушается дело по иску Веркеева Владислава Юрьевича к Веркеевой Татьяне Алексеевне о расторжении брака. Ответчик Татьяна Алексеевна на развод не согласна. В зарегистрированном браке 3 года у вас есть дочь Карина, ей 3 года, и в случае развода по обоюдному согласию девочка остается с матерью. Владислав Юрьевич, скажите, пожалуйста, причину развода можете суду назвать? Да, конечно. На самом деле мы... Я не могу уже терпеть агрессию со стороны Тани, потому что она очень такая импульсивная женщина. Вот. И, если честно говоря, я ее немного боюсь, и она иногда меня даже бьет. Так, Владислав Юрьевич, значит, вот вы ребенка, когда сделали, не боялись ее. Значит, агрессия еще с вашей стороны была. Вы ее добивались, ухаживали, ну, любили. Ну, конечно, значит, тогда да. Вы не боялись ее. А нет. Сейчас прошло 3 года, она стала матерью заботливой. Потому что вы ребенка-то хотите ей ведь оставить? Значит, ну, женщина, да, она хорошая. Да, да, конечно. Так что не так? Объясните суду. В чем выражается агрессия? Какие-то примеры из жизни приведите? Ну, вы понимаете, мы когда с Таней-то жили вместе, да, живем точнее вместе, вот, постоянно чем-то недовольна, постоянно что-то мне говорит, и, честно говоря, я вот могу вам привести пример. Она меня когда бьет, да? Как-то это... когда она меня бьет? Она всегда обычно меня бьет, на самом деле. Вот. Ну, неправда. Не бью я тебя. Тань, да ты меня постоянно лупишь. Вон, я могу вам привести пример. Вон, у нас есть дочка, да, Карина, ей 3 годика сейчас. Она вообще вся в мать пошла. Я когда по телефону разговаривал, Карина ко мне подошла, что-то начала мне говорить, короче, мозг начала выносить. Я ей там, ну, шлепнул немного. Так Таня, знаете, что сделала? Вступилась, вон, за дочку и говорит, типа... Ты чё её обижаешь? Ну, я такой, ну, типа, по делу. А она взяла, знаешь, что сделала? И меня, короче, кинула яблоко. Прикиньте, в яблоко попало мне в лицо, прям в глаз. Она заступилась за дочку, потому что я здесь трудно с ней согласиться. Тело ребенка неприкосновенно. 3-летний ребенок не может вам за дело взять, так... подойти и нашлепать. Поэтому и вы тоже не имеете права поднимать руку на беззащитного ребенка. Я не поднимал руку, я там шлепнул по попке. Не и надо шлепать по попке. Так... Вот вас жена подошла и шлепнула сковородкой по попке. И правильно сделала, нечего ребенка бить. С ребенком только словами, игрой, любовью. Да, конечно, если бы дочка, ага, она такая же идет меня лупит, потом визг на весь дом поднялся, ага. Так главное, что яблоко она меня потом кинула после этого и в глаз попала, а мне синяк потом после этого неделю был. Я от него отходил. Ну, бывает, достается мне, короче, я не хочу. Ну, за что достается-то? Ну, что да, да просто так она меня носки лупит. Носки разбросал, да, вот или у нее, ревность. Ну, вот такой у нее темперамент, она, ну, грубая, жесткая, она агрессивная женщина, короче. Ну и как вам еще объяснить? Я просто, что бы я ни сделал, навсегда вечно чем-то недовольна. Вот прям тупо всегда. Я, например, там посуду пошел помыть, там она капельку какую-то увидела, ну я классно мою посуду, но извините, когда, ну там, какую-то фигню увидела, ну зачем? Зачем просто придираться к этой фигне? Взяла, меня тоже лупанула. Ну хорошо, скажите, пожалуйста, вы сейчас проживаете... В общем, мне... Нет, я не хочу, в общем, больше жить с Таней. Мне это все надоело. И вот, между прочим, мы живем в квартире вот моей матери, да? Вот, как раз-таки, на которую она зарегистрирована. Будьте добры, пристав, передайте, пожалуйста, документы. Спасибо большое. Вот, а... Вы сейчас живете в квартире, которая принадлежит вашей двушке, маме. Мы живем в двушке, да. Вот, вместе. После развода где будет жить ребенок? Будет жить с матерью. Как раз-таки она прописана, получается... Таня в комнате, в общаге. Вот пускай туда переезжает, а я алименты буду платить. И с чего вздумал? Ты думаешь, что я, значит, с ребенком перееду с квартиры, а ты сам жить останешься, да? Ну да.
Я 3 года в этой квартире живу. Я ремонт суперский сделала. Не, ну, когда ну, люди видят, какая квартира была и какая стала, все думают, что профессиональность бригада строителей работала. Татьяна Алексеевна, а вы на все руки мастер, сами ремонт да, делали? Да, я сама с детства все сама умею. Не то, что вот этот мой муж. Ну и что? Я сантехнику сама поменяла, обои поклеила, ванную поменяла. Получается, пол и потолок сама поштукатурила, кстати. А мой муж вообще ничего не умеет. Татьяна Алексеевна, скажите, а вы не слишком ли давите на своего мужа? Вот он жалуется все-таки. Говорит, бьют меня. Ну, это все чепуха. Вы знаете, как бы я ты его не бью. Ты ненароком прибить можешь меня. Угу. Ага. Это только один раз было. Ну... Один. Да. Один, ну два. Я тут говорить ему начала о втором ребенке, что уже пора. Он все говорил, ну да, как бы согласен был. А потом раз и подал на развод. Это я знаю, что это свекровь, сволочь, тебя научила. Да что нет. Говорит, оказывается, если я рожу второго ребенка, то меня уже с ним никто не сможет развести. А, то есть она... А у вас со свекровью, как я понимаю, сложные отношения, и она не хочет, чтобы вы второго ребенка рожали, да? Да, она меня не взлюбила изначально. Только сначала же не взлюбила, когда мы только с Владом полюбили друг друга. Угу. Но все-таки я хочу узнать, бьете ли вы супруга или нет? Конечно, бьет. Да. Ну, он как-то очень несчастно выглядит, такой, говорит, ну бьет. Ну вот как это? Это либо это ласковое такое похлопывание, это я могу понять. Но он как-то очень бровки так делает при этом. Бьет, говорит. Ну, знаете, я Влада люблю и как бы его не бью. И это она его настроила, говорит, что якобы я его избиваю. А на самом деле это она его избивала, когда он был еще в юности. Мне люди рассказывали, как твоя мамаша тебя била. Да и вообще ничего подобного не было. Угу, да-да-да, неподобно. Скажите, пожалуйста, а был ли такой случай, когда он действительно шлепнул вашу дочку, а вы его и отлупили, да еще и яблоком его... Во-во-во, яблоко. Да, было такое. Он тогда с своей матерью разговаривал по телефону. Ну, Карина бегала, все, папа, достань игрушки со шкафа. А он все разговаривал, да разговаривал с своей мамашей. Ну, ребенок не выдержал, начал как бы телефон у него отбирать. Этот взял его, ее и ударил. Вот я ему и залепила. Ну, яблоко. Хорошо, у вас немножечко разный темперамент чувствуется. Скажите, а есть ли смысл, на ваш взгляд, сохранять этот брак? Вы знаете, я люблю Влада, и вы знаете, я такая взрывная, как бы, как говорится, у нас мексиканские страсти, а он как такой более-менее спокоен. То есть... Он такой финские страсти, да. А у вас такие мексиканские. Да-да-да. То есть, ну, поверьте, пожалуйста, не разрушайте нашу семью. Я попросила бы вас вызвать Ирину Усольцеву, свидетеля, а она все вам расскажет, как бы, она знает наши отношения. А кто такая? Усольцева Ирина Михайловна. Это моя подруга, она познакомила нас. Угу. Ну, Усольцеву приглашаем тогда. Ну, тут всегда попросила, чтобы... Усольцева Ирина, вы? Да. Пройдемте. Ну, его нету. Проходим. Я туда-сюда искать его. Просто... Выхожу на площадку лестничную. Раз. Смотрю, он стоит, это, кикиморой, разговаривает. Мы просто общались. Да, просто общались. Угу. И я не выдержала, подошла к нему, врезала, так знаете, и ей ему. А вот, вы знаете, это кикимора, кстати, ни слова мне не сказала, потому что знает, что у него рыло в пуху. Угу. Угу. Ирина Михайловна, здравствуйте. Извините, вы подошли, а сразу на вас не обратили внимания, потому что такой интересный, захватывающий рассказ. Скажите, вы пришли поддержать Татьяну Алексеевну в ее стремлении сохранить брак? Да. Аргументируйте свою позицию, пожалуйста. На самом деле они идеально друг другу подходят. Да и Владу без жены будет очень тяжело. Он же кладовщиком работает на складе компьютерной техники. Денег зарабатывает очень мало. Семью содержит Таня. Да и вообще все на ней. Она на рынке хорошие деньги имеет. Ну а то, что ругаются, ну... Но ему не нравится, что его немножечко жена лупит. Да, он слабак просто по жизни. Вот не был бы слабаком, не пришел бы сюда. Я его с детства знаю. Мы с ним жили в одном дворе. И он вечно был затюканный своей матерью. Дети с ним никто не общался, вечно все над ним смеялись. Мало того, что он был худым, так он еще боялся даже выходить во двор. И вот его мать, когда отправляла в магазин за хлебом, он сначала выглядывал, чтобы во дворе никого не было. Маленький был просто. Да, маленький. Ну, это понятно почему. Просто
Он жил без отца, один с матерью, а мама его жесткая очень. Она его постоянно тюкала, заставляла дома сидеть с книжками. Все над ним смеялись. А потом он подрос, стал более общительным уже, стал с девочками даже дружиться. Но ненадолго, потому что они все от него уходили. Он ни рыба, ни мясо сам по себе. Ну вот скажите тогда, вы вроде как их познакомили. Вот они такие разные по темпераменту. Как получилось так, что они соединились? Ну, противоположности притягиваются же. Да. Вообще, я была свидетелем начала их отношений. 4 года назад у меня было день рождения, я Таню пригласила к себе на день рождения. Она во дворе увидела Владика, стала им интересоваться. Она тогда фитнесом занималась, похудела, вся стройная, красивая была. Ну и они стали встречаться, на мое удивление. Владик тогда очень похорошел, весь воспрял духом, стал цветы ей дарить. А потом Таня забеременела, и они поженились. Да, да, ваша честь, пожалуйста, не разводите нас. Ведь правда, Ира, у нас ведь все было хорошо. Да, отличные у них были отношения. Я смотрела и радовалась. Просто это действительно 2 счастливых человека. Она очень веселая. Даже на свадьбу, когда они уходили, Таня его на руках выносила. Да, было такое. А когда она забеременела, они и поженились. Скажите, а вот Татьяна Алексеевна говорит, что свекровь ее недолюбливает, наверное, как-то влияет на отношения. Вам что-то известно об этом? Ну, у них, да, действительно, есть конфликты, и как бы из-за этого свекровь ее не любит. Вообще, на самом деле, я думаю, что истинная причина, что ей просто не нравится, что в его жизни есть еще одна женщина, которая им руководит. Потому что раньше всегда она была этой женщиной. И она просто специально настраивает его. Да у них все хорошо было, я же видела. Перестань, чего ты? Владислав Юрьевич, может быть, все-таки мама слишком вмешивается в вашу семейную жизнь? Не дает вам самостоятельное решение принимать? Нет, это полностью мое решение. И вообще, сейчас, пожалуйста, вызовите мою маму, Краснову Дарью Сергеевну, сюда. Она вам сейчас все расскажет. Ну, давайте ее спросим. Краснову Дарью Сергеевну приглашаем в зал. Сейчас она расскажет вам все. Дарья Краснова, вы? Пройдем со мной. Воспитательность, да. Приперлась уже. Проходим рядышком. Старый. Дарья Сергеевна, здравствуйте. Дарья Сергеевна, вы хотите, чтобы ваш сын расторг брак? Остался конечно, ребенок хочу. Один без отца. Ну как так? Ваша честь, конечно, хочу. Мой сын вообще все правильно сделал, что этот иск подал. Я не знаю, сколько ж можно терпеть издевательства вот этой вот бой-бабы? Она ж ведь, я не знаю, она его старше на 5 лет. Ее вообще никто замуж не брал. А тут она увидела слабину и так и давит, и давит. Сама затащила, считай, на себя его. Забеременела и замуж вышла за него. Женила на себе. Представляете? Господи, ты боже мой. А ведь он у меня парень-то золотой. Он у меня, господи, он мне что помыть, что полы помыть, постирать, приготовить. Он все, что угодно дома. Хозяйственный. Хорошо, скажите, а вы отдельно проживаете, да? Мы отдельно проживаем. Господи, как только она появилась, я сразу же им квартиру отдала, сама уехала к матери мне по наследству квартиру. Ну, конечно, ей стало уже хорошо, она в двухкомнатной квартире, хозяйка, да еще ходит и понукает моим сыночкам. Он аж руки стала распускать. Дрянь такая, зараза. Золотые руки не нужны, чтобы посуду мыть, а за мужика в доме я. Чего за мужика-то? Ты о чем? О ремонте, что ли, о своем? Ну, ремонт она сделала. Так, не всем же строителям это быть, господи. Не может он ремонт делать. Ну и что, зато он деньгами помогал. Зато у него характер вообще просто сказочный. Она улучшила вашу квартиру, скажите. Спасибо, квартиру отремонтировала мне. Что она там отремонтировала? Было все намного лучше. Мой сын, его на работе его ценят, на работе его уважают. Ну, ваша честь, не о такой же снохе-то я мечтала. И он у меня 4 года назад. Встречался совсем с другой девушкой, с Любашечкой. Такая хорошенькая была. Но он вот ни то, ни сё, всё как-то пытался выбрать между ними. А она возьми и всё взяла в свои руки. Пришла тогда к Любаше и выложила ему. Я, мол, у меня связь с ним, я беременная, всё. Любаша отпала. А я, знаете, как хотела, чтобы у них что-то получилось-то? Господи, она до сих пор, она такая уважительная, она до сих пор ко мне ходит. Да и все время про Владика спрашивает. Что вы тут чепуху мелите? Какую чепуху? Всякую ерунду рассказывают. Любаша Владику нужен. Да она сожителем сама живет. Может, и живет, но мне нужен все равно. Татьяна Алексеевна, послушайте, все-таки это мама вашего любимого внука. Уже никуда от нее не денешься. Как-то надо налаживать отношения. Вы не слишком ли агрессивны к ней? Ну и что, заберем мы не внука у нас, внучка у нас. Да понимаете? Мы заберем эту внучку, у нее жилья-то своего нету. Да понимаете, она настоящая хамка. Она постоянно припирается ко мне в квартиру и рассказывает, что как у меня там пол помытый, посуда ли у меня помыта, проверяет.
Она из грязной посуды сына моего кормит. Он до чего дошла. Татьяна Алексеевна, но это ее квартира. Да, это моя квартира. Ну, вы там жили, но это ее собственность. Вы вот когда свою собственность купите, когда вот своего сына вырастите и потом отдадите невестке квартиру, тогда будете говорить. Да я один раз кофе поставила на столик, понимаете, этот старый советский, полированный. Ну, забылась. Она приехала, увидела, что там пятно осталось на этом столике. Да, я думала, меня с потрохами сожрет, да понимаете? Если только одно пятно, всю квартиру. А один раз, мы сбежались с Владиком. Она приперлась, говорит, Владик, давай вставай, поехали на огород, нужно попахать. Правильно. А если она его заберет, наела, тебе картошку, на тебе пахать надо. Да если она его заберет, понимаете, его ж не дождешься домой. А один раз такой прикол был, понимаете? Мы лежим с Владиком, занимаемся сексом. Тут я поворачиваю голову, смотрю, свекровь стоит в дверях, смотрит на нас, понимаете? И я уже не выдержала, вскочила, схватила так за шкварки. Говорю, если еще раз ко мне придешь, с лестницы спущу. Но она после этого сбеленилась, сказала, что нас с Владиком разведет. Да сходи, скажи спасибо, что я тогда милицию не вызвала. Конечно, на тебя, да, полицию. Да. Чтоб тебя забрали, тебе в кутузке самое место. Да за шкварки она меня схватила. Товарищ судья, можете, пожалуйста, вызвать очень хорошего, мудрого человека? Я с ним советовался как раз-таки, он многое в жизни повидал. Это друг вот моей мамы, Семен Филиппович. Да, вот, пожалуйста, Семен Филиппович сейчас все скажет нам. Беженец Семен Филиппович вами ранее был подан вот в списке свидетелей, да? Вы его хотите сейчас пригласить. Суд не возражает, давайте позовем беженца. Вот сейчас нам Семен Филиппович-то все и расскажет. Это вообще какой позор. Ну, про жизнь вашу и про все. Умный. Я не знаю. Все-таки не первый год. Конечно. Вы свидетель Бежин? Да. Пойдемте. Вот скоро вообще мать выселили, понимаешь? Я ремонт сделала. Семен Филиппович, Сеня. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас отрекомендовали как старого друга семьи, и ваше мнение тоже интересует суд. Вы со стороны видите взаимоотношения вот этой молодой пары. У них есть ребенок, это ответственность. Скажите, имеет ли смысл сохранять брак? Ваша честь, вот я уже где-то год примерно знаю маму Влада, ну и его, естественно, знаю. А у меня сына нет, он мне как сын. Вот и тем более скоро и станет сыном. Мы с Дарьей решили пожениться. И я вот как будущий отчим уже со стороны все это вижу. Я могу сказать, что он правильно сделал, что подал этот иск. Потому что в конце концов надо же быть мужиком. Но сколько можно терпеть со стороны супруги вот такое отношение? То подзатыльник, то его козлом обзовет, то еще пнет его. Ну, действительно, такое... Ну, просто, это просто невозможно терпеть. Он правильно сделал. Я поддерживаю его иск, и я поддерживаю, что мужчина должен быть мужиком все-таки. Как по-другому? Сколько можно вот это терпеть? Все на наших глазах хорошо, проходит. Хорошо, скажите, правильно? Пожалуйста, а вот как вы можете охарактеризовать Татьяну Алексеевну? Может быть, это несправедливо? Может быть, она такая немножечко такая жесткая, ну, хорошая жена, ну, хорошая мать. Ну, вы знаете, мать. Вот охарактеризовать я могу не столько, как, ну, как человек, конечно, как более мудрый уже, более зрелый по отношению к ним-то, прожил все-таки жизнь. Я вижу, насквозь вижу людей, и тем более вот я работаю начальником отдела кадров на заводе. Они все, мне эти люди, я их понимаю, и как они себя ведут. А потом, знаете, отпечаток накладывает ведь профессия. Она ведь тоже вот торгует на базаре, она же рыбой торгует. То есть она как хабалка, она ведет себя, понимаете, как, что вот с мужиками, даже когда вот анекдоты рассказывает, у взрослых мужчин уши в трубочку заворачиваются, какие маты звучат, как она себя ведет. Ну, вы сами посмотрите, сравните вот эту женщину и этого парня, это же интеллигентный молодой человек, спокойно, а эта хабалка, с ней же, ну, не знаю, как с ней жить? Я-то знаю, почему ты здесь из штанов выпрыгиваешь. Потому что ты со свекровкой своей, там, с моей свекровкой, решил нашу квартиру продать. Скажите, пожалуйста, это та квартира, в которой вот вы сейчас проживаете, да, вот эта двушка? Да. Вот они там уже планы строят на нашу квартиру. Она ее хочет продать, да? Так что, пожалуйста, я хочу попросить вас, чтобы вы вызвали Марьяну Бежину. Она дочка. Какие планы? Этого хорошо. Козла старого. Бежину Марьяну приглашаем в зал. Какие планы? Про какую квартиру? Что она рассказывает? Не знаю, квартиру дали. Марьяна Бежина, пройдемте. Я ремонт сделала. Кто тебе эту квартиру дал, что ты ремонт там сделала? Было бы, где она ее за благоустройство.
устраивает. Сейчас Марьяна все скажет. Лопытом, она обеспечивает вашу честь. Давайте послушаем. Я точно знаю, что Влад пришел разводиться не по своей воле. Его мать заставила. Ну тогда расскажите. Марья, ну что говоришь? Ну подождите, расскажите все, что вам известно. Только без всяких слухов, домыслов, догадок, только факты. Чистейшая правда, чистейшие факты. Не знаю, чем она его держит, но то, что сын ее боится как огня, это факт. Да, да. Ты что ты вообще говоришь? Зачем ты сюда вообще пришла? Я сюда пришла, чтобы сказать, что мне надоело, что мой отец и твоя мать постоянно нас сватают. Вот бесполезно людям объяснять, что мне это нафиг не надо. Я сама решу, за кого и когда мне замуж выходить. Когда решишь? Когда 40 лет будет тебе, что ли? Тогда будешь решать. Простите, то есть вы хотите сказать, что ваш отец и Дарья Сергеевна планируют с Владиславом Юрьевичем вас поженить? То есть вот они себе это нарисовали, и вот они считают, что так будет хорошо и для вас, и для Владислава, да? Абсолютно. А вы хотите выбор сделать самостоятельно? Естественно. Дарья это Сергеевна, она мне... сразу не понравилась. Вся такая слащавая, приторная, любезная. А месяца три назад я вот поняла, что они с отцом задумали что-то неладное, потому что резко начали мне Дариного сыночка расхваливать. Мол, симпатичный, спокойный, хороший парень. Порочить Таню, она тебя запустила. Скажите, пожалуйста, а вот зачем им это? Ну вот зачем? Какая им разница-то? Понимаете, вот у моего отца эта идея фикс. Меня выдать замуж поскорее. Он считает, что в мои 27 я уже старуха, и если в ближайшее время еще не рожу, то меня точно никто замуж не возьмет. А тут недавно я еще услышала, абсолютно случайно, услышала такую вещь. Они всерьез планировали, что Влада с Татьяной разведут, нас с ним переженят, мы с Владом переедем в квартиру нашу с отцом. А ту квартиру, которую отделала Татьяна, где они сейчас с дочкой и с Владом живут, ремонт сделала недавно. Из которой она конфетку сделала, они ее будут сдавать. Да ты неправильно все поняла. Дарья Сергеевна начала нахваливать квартиру, говорит, замечательная квартира, ты за 50 можно сдавать. Они на эти деньги и жить-то хотели, а отец мой уже к Дарье переехал. Дарья Сергеевна, скажите, пожалуйста, вот действительно можно разрушить семью сына только для того, чтобы сдать квартиру? Да нет, конечно. Марьяна, она просто не то поняла. Мы тогда с ней разговаривали совершенно о другой квартире и совершенно по другому поводу хотели объявление. Конечно, по другому. Она просто, вот я не знаю, слышит фон, не знает, где он. А у вас много квартир, которые вы планируете сдавать? Ой, ну пока не знаю, пока вот они там живут, пока у меня нет квартир, которые мы планируем сдавать. Конечно, квартир-то миллион, я все услышала так, как я услышала все четко. Я услышала, как они, естественно, абсолютно случайно, как они с моим отцом составляли объявление в интернет. Вот, пожалуйста. Это не та квартира, совершенно другая квартира. Конечно, не та. Ты не понимаешь? Миллион. Ну что вы, Дарья Сергеевна. Это совершенно по-другому все поводу. Миллионеры. Миллионеры. Смотрите, пожалуйста, квартира на сайте известнейшем, где Татьяна проживает с Владом, выставлена. Указан Дарья Сергеевна, телефон. Телефон. И, конечно же, квартира свободна с 1 числа следующего месяца. О как! Да. С первого числа следующего месяца. Освободить извольте заранее. Владислав Юрьевич, скажите, пожалуйста, вы знали о таком перемещении? Нет, конечно, мам. Ты из-за квартиры хочешь, чтобы мы развелись с Таней? Вообще-то Таня сделала ремонт, и там до этого клопы были, и тараканы одни, и все в разрухе было. А ты сама же съехала к бабушке-то жить по этой причине. А, значит, признался, что ты мать боишься? Да почему ты мне раньше не сказал, что ты ее боишься? Я бы с ней быстро разобралась бы. Не боюсь я ее? Давай, не говори, да не заговаривайся. Да разобрала уже. Разберешься, вылетишь как пробка из той квартиры. А квартира моя. И я, знаете, что хочу сказать? Вот если он все-таки с тобой не разведется, оба у меня пойдете в ту общагу, из которой ты приехала. Клопам и тараканам. Все, надоели просто. Господа, уже. Ну это правда же справедливо, потому что квартира не принадлежит вам. Вот это именно. И скажите, пожалуйста, Владислав Юрьевич, вы готовы все-таки маме вернуть ее собственность и самостоятельно отвечать за свою семью? Уехать из квартиры. Я не хочу уезжать из квартиры. И вообще, если переезжать в общагу, там же одни воры, рецидивисты, и вообще одни голые мужики ходят. Я ну, смотрите, мама вам приготовила, что вы должны либо жениться на другой женщине, которая это не планирует, либо остаться со своей супругой, но покинуть квартиру, либо еще куда-то деться, потому что в планы мамы входит... Вы не входите никак. Ни вы, ни ваша жена, ни ваш ребенок. В планы мамы входит только квартира, которую вы сейчас занимаете. Тань, что делать? Да не переживай, все будет хорошо.
Ты знаешь, они нормальные люди, как бы. Просто они строго на тебя смотрели, потому что хотят, чтобы был достойный у меня мужчина, понимаешь? Ведь я у них на глазах выросла. Простите, пожалуйста, это вы имеете в виду кого? Кто строго смотрели на него? В общаге смотрели на него люди. Ну и вообще, как бы, Влад, мы не собираемся с тобой съезжать. Мы еще и подадим в суд на нее. Ну, как правильно, вы можете правильно подать в суд, судиться со свекровью из-за ее собственной квартиры? А как это не надо? Вы знаете, я ремонт сделала, я улучшила эту квартиру. Во-вторых, получается так, что... Я просто так тебе ее не отдам, эту, запомни, квартиру. И как бы все документы у меня сохранились. Вылетишь как пробка и подотрешь со своими документами. Нет, она эти документы предоставит, да. И, скорее всего, вы компенсируете расходы, которые понесла. И свидетели у меня есть, как я там впахивала день и ночь в этой квартире. Владислав Юрьевич, вы как за каменной стеной, честное слово. Все расходы, все чеки, все подшито, семья... Не, надежно защищена. Это правда. Ой, так. Владик, Владик. Господи. Ну вот и одумайся, все же у вас хорошо. Где глаза-то твои? Ты хоть глянь на нее, посмотри на нее со стороны. Видишь, какой кулак у меня? Я хоть сила в нем есть. Любого по башке дам, кто тебя обидит. Владик, и ты хочешь идти на поводу вот у этого кулака? Да. Это тебе надо? Когда ты мужиком станешь такой женщиной, разве можно? Мы же с Сеней все распланировали. Мы же хотели, чтобы вам как лучше было. Да тебе, Марьяночке, всем, чтобы... Я попрошу не давить сейчас на истца. Вы достаточно на сына повлияли. Дайте ему сейчас принять самостоятельное решение. Пожалуйста, хотя бы в стенах суда. Хорошо. Я очень прошу вас, Владислав Юрьевич, я хочу вас услышать. Пожалуйста, Влад, отзови иск. Я не хочу. Хорошо. Мам, ты, конечно, прости, но это очень подло, я считаю. И вообще, я Таню очень сильно люблю. Подло вот с этой вот... Жить, да. Вот это подло, действительно. Это вы так считаете. Рот закрой свой. Ты хоть сравни, вот она и Марьяна. Сравни родителей, я Таню люблю, на самом деле. Пап, хватит мне женихов искать, я тебя очень прошу. Я Таню очень люблю. Влад, давай, разбирайся уже. Суд удаляется для вынесения. На самом деле, я понял полностью, зачем мы вообще разводимся. Прошу всех встать. Таблетки есть у тебя, ты взял таблетки? Правильно, это ерунда. Прошу тишину, прошу садиться. Оглашается определение. Производство по делу о расторжении брака прекратить. Суд прекращает производство по делу, потому что истец отказался от иска. Этот отказ не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. Определение понятно? Судебное заседание объявляется закрытым. Прошу всех встать. Переживай, ты вот так вот слишком. Вот так вот сын едил. Не переживай. Еще несколько раз они придумают. Еще много раз. За квартиры, блин, сколько раз.